Этим летом в Турции прошли 23-е Сурдлимпийские игры. В них приняли участие 4000 спортсменов со всего мира, более 300 из России. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачете и завоевала почти 200 медалей. Башкирские спортсмены привезли золото, серебро и бронзу по дзюдо, бадминтону и легкой атлетике. Бегов Валентин Алексеевич, тренер по дзюдо муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва «Геркулес». Одна треть где-то состава Российской Федерации по глухим – это наши спортсмены. То есть, и это очень здорово. И должен сказать, что мне в этой работе помогают мои же спортсмены, которые немножко слышат и говорят. То есть они в качестве переводчика выступают у меня на тренировках. И у меня очень мощная команда сейчас. Мы чемпионы России уже много лет. И плюс одна из лучших команд в мире. Мы можем своей командой, Башкортостаном, даже выиграть, я думаю, чемпионат мира.